Луганская Народная Республика встретила нас дичайшим ветром. Дичайшим ветром, но при этом хорошей погодой. На здании еще сохранилась надпись 2014 года «Донбасс начинается здесь». Здесь было начало всех боев, которые встретил Донбасс, который встретил Луганская Народная Республика. Сергей, а ты давно живешь вообще вот на этой территории? 59 лет и 8 месяцев. То есть ты, естественно, застал переход Советского Союза на Украину? Да. А вот скажи, пожалуйста, а вот что Украина выиграла вот в части вот этой территории, на этой территории, на которой ты проживаешь, уйдя из Советского Союза и, так сказать, отойдя от России еще в то время, с 91-го года? Значит, выиграла то, что начали грабить, появилась прослойка богатых людей и нищебродов. И вот все это время, все шахты, я мог бы вам показать, там футбольное поле. Вот была шахта, такие строения, и все, рабочая шахта. И это все разворовали, металл продали. И людям негде работать. И нищие, и... до сих пор. То есть при Советском Союзе больше порядка было? Конечно, конечно. Я почему спросил? Я вот сейчас обратил внимание, когда вот я за тобой ехал, и я как-то мне показалось, что я попал в Советский Союз. То есть здесь еще все Советского Союза осталось. Здесь есть что-то новое, что построила Украина? А вот это уже... переделала. Советские дома переделала в гостиницы. Вот такое вот. А вот дорога, по которой мы сейчас ехали... Это Россия. Это все Россия. Как только спецоперация началась, это Россия. Там, где хорошие дороги, это Россия. Но тут хорошая дорога Россия. Там, где мы ехали, вот эти вот ухабы. Там ее нет. Туда еще не доложили. Так оно и было всегда раньше. Нет. Раньше эта дорога была на шахту. И при Союзе ходили автобусы гармошки и карус. Это что, такое было? Да. Трамвай даже ходила. Да ты что, в этом городе? Да, с моей улицы один трамвай чехословацкий. Он ходил, возил шахтеров на работу. А я маленьким ездил туда в баню. Там бани шахтные были. И вот мы пацанятами собирались. И, допустим, каждый четверг ездили купаться туда. Пока мы ехали в Луганскую Народную Республику, на наших каналах мы объявили сбор. Сбор средств на приобретение детям вкусностей. Ведь мы собирались посетить детский дом и посетили его, естественно. Это тот самый детский дом, в котором, благодаря вам, опять же, друзья, некоторое время назад были заменены окна, починена крыша и еще много всего, чего сделано. И мы купили детям печенье, конфеты, в общем, все то, что смогли купить. Все, на что нам хватило средств. Это мы купили. Да, все, кроме домкрата. Ну, уж что смогли, да, что смогли. Это фишку в детский дом повезем. Блин, микрофон тот включился, ладно. Если что, я переозвучу. Нет, просто далеко. Детям в детский дом, ну, что смогли. Но в любом случае, всем вам, друзья, спасибо за то, что вы приняли участие. И доведем вашу радость детям. Да, денежкой помогли, да, и доведем действительно эту радость детям. Должны смеяться дети, должны смеяться дети, и в мирном мире жить. Ярко, ярко, пусть улыбки рассветы, ночью звездной. Здрасте. Это подарки вам, детишки. Спасибо. Значит... Наш не приют теперь называется, а семейный центр. Здесь у нас дети находятся, которые лишены родительского попечительства. Есть здесь у нас дети-сироты. Есть дети, которые жили в очень сложных условиях. И вот они сейчас здесь находятся. Наши дети здесь получают все необходимое для того, чтобы было счастливое детство. Они мне не дадут соврать, наши дети. Так, дети? Да! Вы видите, они у нас всегда опрятные, нарядные. Это благодаря тоже людям, которые заботятся о наших детях. И дети здесь накормлены, имеют четырехразовое питание. Это благодаря вам, людям, которые не безразличны, и привозите всякие сладости детям. У нас очень много волонтеров, очень много. В настоящее время очень много волонтеров. Но мы помним вас, так как вы обеспечили нам тепло, поставили нам окна. Вот. Почти во всем здании. Почти во всем здании. Да, 53 или 54 окна поставили. Это очень много значит для наших детей. Еще, конечно, спасибо и за технику, которую вы покупали. Мы ею пользуемся. Но и должны вам сказать, что дети некоторые здесь у нас находятся, которые уже по 2 года, и некоторые по несколько... По несколько раз у нас здесь уже находятся. И некоторые даже помнят, как ставили окна и одаривали наших детей. То нужен насос, потому что затопили, затопило подвал, а нам нечем его выгонять. То ли у нас сгорели насосы, которые подают воду. Вот сейчас такие серьезные нам, серьезная такая помощь нужна. И некоторые нам оказывают, помогают. Сейчас нам красноярцы делают крышу. Вот. И, да, вы уже смотрели. Поэтому помощь идет, и очень хорошая помощь нам идет. Дети ездили в цирк? Да! Ездили на елку. Да, музей. И еще где мы? Мы постоянно храм посещаем. Это у нас уже как традиция, мы посещаем храм. В апреле мы экскурсию в конный клуб планируем. Это что-то местное, да, здесь? Подлуганском. Подлуганском. А это далеко возили детей? Получалось? В этом году у нас это, в Грозный ездили дети, это взрослые дети ездили в том году. А в этом году у нас не получилось летнее время поехать. В прошлом году они ездили на море, да, дети? Да. Здесь есть дети еще те, которые ездили на море. А где вы были? На Черном море. Нет. Где вы были? В Крыму. На Черном море. На Черном море в Крыму. Вот. А этим летом у нас был карантин, у нас все были веснушки. Я рисую на окне мир почти такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где до слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри, на моем окне я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Закрашу серый цвет, нарисую ту страну, где для слез причины нет. Ты посмотри, на моем окне я рисую это.